Без права на катание по проезжей части. В Самаре проходит рейд «Внимание, самокат». По всему городу сотрудники ГИБДД выявляют нарушителей на самокатах, сегвеях и гироскутерах. Водители малого электрического транспорта мощностью до 250 ватт приравниваются к пешеходам, поэтому перемещаться по проезжей части им нельзя. Если самокатчик, не спешившись, пересекает проезжую часть, двигаются по проезжей части, то есть они, если относятся также к пешеходам, наказываются они наравне с пешеходами. Так, если электросамокатчик не спешился на пешеходном переходе, он отделается профилактической беседы. А вот если он едет по проезжей части, ему грозит штраф 500 рублей. То же самое, как велосипед спешится, перевести через пешеходный переход, через проезжую часть транспортного средства свое, да, в данном случае самокат, затем продолжить движение. Вы сейчас нарушили правила, как пешеход, передвигаясь по проезжей части. Одной из целей сегодняшней акции – это объяснение тем, кто берет самокаты в пользование, о том, как надо правильно и безопасно ими управлять. Чтобы снизить число нарушений на прокатных самокатах, представители кикшеринга ввели ряд ограничений. Мы не разрешаем ездить на самокатах детям. Наш сервис предназначен для пассажиров, для водителей старше 18 лет. Мы не разрешаем ездить на наших самокатах вдвоем. Это транспорт для одного человека. Для того, чтобы снизить скорость движения в зонах, где много пешеходного трафика, где много отдыхающих, где много детей, наша компания ввела зону ограничения скорости. Во время этого рейда ни одного штрафа выписано не было, но инспекторы ГИБДД продолжают контролировать ситуацию. По их данным, с января по май этого года в стране зарегистрировано 112 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года прирост составил почти 195%. Ольга Хамракулова, Николай Сидоров. События.